вы бы никогда не подумали, что эта история случилась на самом деле. Это произошло около 3 лет назад в штате Аризона. Мальчик очень сложно перенес смерть своего отца от тяжелой болезни. Он никак не мог оправиться после этой трагедии, не ходил в школу и ни с кем не общался. Но однажды его мама принесла ему книгу и сказала, чтобы он ее прочел. Так вот, он начал ее читать. Главными героями книги была семья. Его смутило то, что семья в книге была очень похожа на его семью. Такие же машины, такая же собака по кличке Роджер. В какой-то момент он дошел до того, где его отца убивают. Так вот, в этот момент он понял, что тот, кто писал книгу, писал ее полностью по его жизни. А теперь самое странное в этой истории. Когда он дочитал до конца, он узнал, кто убил его отца. А позже написал эту книгу и подарил ее своему сыну, чтобы тому было легче справиться с потерей. К счастью, мальчику хватило смелости, чтобы пойти и сразу же заявить в полицию. Убийцу тут же задержали. А вы, если догадались, кто был убийцей, напишите в комментарии.